играет какой-то код с ником Алекс на пресс-аккаунте. А настоящий Джофф в последний раз играл в танки как... Всем привет, ребята, с вами Джофф, и сегодня я хочу провести с вами небольшой монолог по поводу моей игры на пресс-аккаунте. Но перед тем, как я начну вам что-то говорить, давайте прочитаем один комментарий под одним из моих видео. В названии написано, что это лучшие моменты стримов Джоффа, но где он? Играет какой-то кот с ником Алекс на пресс-аккаунте, а настоящий Джофф в последний раз играл аж в марте этого года. Но проблема в том, что играя на пресс-аккаунте, он стал другим, стало куда больше наигранности и фальши. В каждом его видео теперь чувствуется, это всего лишь прессак, на нем можно делать все что угодно и не напрягаться. Когда он играл с Основой, такого не было, он реально переживал за каждый бой, за каждый слив, в том, как он материл Алешек, была искренность. За это ведь его смотрели, поэтому он и стал лучшим. Сейчас он стал тем, кто променял эту искренность на холод и спокойствие для своего пердака. В общем, ребята, вы знаете, что примерно месяца 3-4 назад я начал играть на пресс-аккаунте. Было две главные причины, почему я стал это делать. Во-первых, потому что меня очень жестко фокусили брендами, и меня это в какой-то момент задолбало. То есть, реально хотелось поиграть как обычный рандомный игрок, которого вообще никто не знает, и которого никто не фокусит. И вторая причина, то, что меня просто-напросто задолбало качать говнотанки. То есть, такое огромное количество картошка водила в игру танков, самых-самых разных, что просто не хватало на все времени. А вы просили, поэтому я, в общем-то, задолбался и думал, ну, легче будет на прессаке, там уже все сразу готовое. Но, как оказалось, в игре на прессаке есть и свои минусы, которых я не знал. Во-первых, это то, что действительно, с одной стороны, мой пердак был спокоен, то есть, ну, убили меня, ну и похеру, господи, поехал дальше на другом танке. Второй минус это то, что там, конечно, не совсем правильный 13-перковый экипаж и куча голды, что тоже как бы не очень критично, как и мой взгляд, потому что все сейчас ебошат голдой, но тоже не совсем правильно. То есть, знаете, как бы нет аутентичности нагиба, я бы сказал. Вот. Ну и последний, ребята, это действительно вот этот паренек, который написал этот коммент и который меня заставил задуматься, это то, что действительно не стало похуй. Вот реально, я еду, блядь, нагибаю всех, ебу, но сольюсь я или нет, похуй. С одной стороны, благодаря этому я мог пробовать разные интересные тактики. То есть я заезжал в такие нычки, куда было очень рискованно заезжать, и куда на своем аккаунте я бы, наверное, не заехал, потому что я ж стадодрочер. С другой стороны, я начал играть более дерзко, и понятное дело, что более агрессивно, из-за этого более часто сливаться. Вот. Ну и, конечно, он прав по поводу того, что стало больше наигренности в каких-то моментах. То есть, это же не мой аккаунт, да, это просто пресс, поэтому вот так вот. Короче, что хочу сказать. Я считаю, что действительно есть такая проблема в пресс-аккаунте, и пресс-аккаунт, конечно, в какой-то мере это зло, потому что ты не дрожишь над его статкой, тебе не надо ничего выкачивать, и это по-своему тоже минус. Это как бы не твой аккаунт, и ты не чувствуешь, что он твой. Какую-то хуйню я сказал, да? Ага. Я уже 3 минуты говорю какую-то хуйню. Нет, 4. 4. 9 секунд. Ах, похуй. Короче. Ребят, я решил от пресс-аккаунта отказаться. Ну его нахуй. Пусть меня ебут в рендами, пусть меня фокусят, пусть, блядь, наворачивают на кукан вот так вот. Но все-таки это мой аккаунт, я его выкачивал, это мой первый и единственный аккаунт. Я начинал его с 53% и потом довел его до 64 или 63, уже не помню сколько там. И... пусть она ебется все конем. Живем-то один раз, хули дрожать за эту статку, да, ребят? В общем, я решил пересесть на свой аккаунт, снова опять его качать. Да, у меня не будет всех танков, да, у меня не будет перков, да и нахуй они мне нужны. Буду сам все выкачивать. Где-то буду донатить, где-то буду проходить за свободный опыт, как, например, с той же Т-95. Что-то будет так, но это будет мой аккаунт, и у меня будет опять гореть пердак, сука, от этих ебаных сливов. Да. Но пресс-аккаунт себе я свой оставлю, на нем, во-первых, будет играть Марго, которая сейчас и снимает это видео. Да. Вот. Плюс пресс-аккаунт, ребята, я буду использовать в отдельных стримах. То есть, например, такие стримы, как Манерфинг, да, там, где надо выкатать огромное количество говнотанков, у меня их всех нет, поэтому я буду брать пресс. Плюс, чтобы не возникло непоняток, там некоторое количество в будущем видео тоже будет сниматься с реплеев.
ну, которые были списаны на писаки, потому что у меня они отложены. Вот и все, собственно, что я хотел вам сказать. В конце, ребят, спасибо, что оставляете комменты в любом случае, потому что если бы не ваши многочисленные комменты, то есть были, конечно, комменты от агрошкольников, да, Джов, блядь, опять на писаки, фу, блядь, не считано, пойду мамке нажалуюсь. А были вот такие вот, как вот паренек написал, адекватные комменты, что мужик действительно говорит, что, блин, Джов, ну это немножечко не искренне, это не ты играешь, и чувствуется, что тебе вообще похер на этот бой. Действительно, ребят, было такое, поэтому я понял, что, ну и нахуй так играть. Так что, ребят, спасибо вам за эти комменты, оставляйте их, помните, что я всегда прислушиваюсь. Я могу быть эгоистичным мудаком и посылать всех нахер, но помните, что комментов своих зрителей, к адекватам, я всегда прислушиваюсь. В общем, завтра суббота, ребята, завтра будет соло рендом стрим, я специально так подгадал, завтра будет соло рендом стрим, буду вести его со своего аккаунта. И приходите, пообщаемся, отвечаем на вопросы, насколько это возможно, в чатике YouTube, Маргу мне поможет. И, может, кто-то из вас попадет в обзвод. Вот так вот. На этом у меня все. Всем пока. Слушай, а не с 43% ты начинал? Нет, с 53%. 52% где-то так. А, от 50% и 49%? Я помню, откуда я начинал. Выключай эту хуйню. Хорошо, не выключу. Отвечай на мои вопросы. Сидит тут в трусах. Голая. Вырежешь, вырежешь.